17 видов и 101 миллиард рублей финансирования. Это итоги реализации государственных программ Чувашии за 2018 год. О достигнутых показателях и планах на 2019 далее. Чувашский кадетский корпус, Московский мост, 5 сельских домов культуры и 25 ФАПов. Все эти объекты построили в прошлом году по разным государственным программам. По степени достижения целевых индикаторов 5 программ признаны высокоэффективными, 12 – эффективными. Их реализация дает результат. Продолжительность жизни выросла, а смертность уменьшилась. Возросла доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Индекс производительности труда возрос на 4,5%. Уровень преступлений, совершенных на улицах, только за год снизился более чем на 17%. Увеличился экспорт продукции на 6,7%. Но есть и проблемы: несвоевременное освоение средств, некачественная документация, растянутые сроки проведения торгов, недостаточный контроль. Пути их решения – усиление межведомственного взаимодействия, совершенствование системы целевых индикаторов. В этом году в Чувашии реализуется 21 госпрограмма. Новацией вновь утвержденных государственных программ являются их сроки, еще раз напоминаю, до 2035 года, в соответствии к новой стратегии 2035 и интеграции государственных программ региональных проектов. Кроме того, новые программы сегодня у нас имеют облегченную структуру, что повышает их читаемость и прозрачность. Татьяна Леонтьева, Андрей Спиридонов, Республика.